Про коллег. Вот Шевчук был упомянут, ДДТ. Почти в каждом интервью Макаревича спрашивают про Шевчука, вот про ту ситуацию, когда он там наехал на Путина. И, вот, можно, почему, да, вот нет, я это не спрашиваю. Вот понятно, что существует стандартный набор журналистских вопросов. Это раздражает или с пониманием... Меня раздражает, что большое количество людей, считающих себя журналистами, не заставляют себя труда, а вот придумать какую-то свою конструкцию интересную. Поговорить о том, о чем я еще не разговаривал. Мне будет сто раз интереснее, зрителю будет интереснее. А о чем? А вот об этом? Да. Ну давай. А расскажите нам, а как, вот что там было вот с Шевчуком-то? В 20-й раз, понимаешь, они спрашивают. Они наивно думают, что все уже знают, а вот их зритель не знает. У них какой-то особенный зритель. Ну это ужасно. А о чем с тобой, кстати, никто никогда не разговаривал? То есть есть, допустим, что-то вот... Ты понимаешь, какая штука? У меня вообще, на этот счет по-другому, голова устроена. Я имею счастливую возможность, если вдруг я проснулся утром, и мне хочется о чем-то сказать, но я возьму и напишу в Фейсбуке, например. Да, вся страна, вся медиа-общественность тут же это начинает обсуждать. Или напишу песню. На эту тему, или рассказик какой-то. Поэтому вот о чем бы тебе хотелось побеседовать с малознакомым человеком, у меня нет такого, ни о чем.